Натуральное происхождение, сроки и внешний вид продуктов сотрудниками комбината детского питания проверяется еще на стадии приемки товара. Отбраковывается некачественный и при фасовке. При малейшем сомнении вся партия отправляется на экспертизу в областную лабораторию. Если брак подтвержден, поставщику не только вернут продукты, но и внесут его в черный список. По маслу сливочному были неоднократно прецеденты, что выявлялся контрафакт. То есть это вследствие вот лабораторных испытаний, которые мы проводим, были выявлены. И тем самым и данный продукт отстранялся, снимался, и поставщик, ну, был оштрафован, скажем так. На сегодняшний день как бы у нас таких случаев стало гораздо меньше, потому что все отдают себе отчет, слухами земля полнится, все понимают, да, что у нас на сегодняшний день, да, малейшие вот нарушения, которые мы очень тщательно за этим следим, то есть невозможно с нами, ну, как бы не обмануть, не обхитрить нас, в этом плане все очень жестко и очень строго производится. Мясо, молоко и овощи – все на ангарский комбинат привозят местные производители. Предприятие пользуется услугами 160 поставщиков. Сроки поставки и правила приема четко прописаны в договоре. Любой шаг в сторону чреват разрывом отношений. Также строго соблюдается и условия хранения продуктов. Один из самых крупных складов – овощной. Его вместимость до 20 тонн. У нас разные склады есть. Морозильная есть, овощная, молочная. Склад, камера для масла, режим разный, есть и плюсовой, это от 4 до 8 градусов, есть и минусовой до минус 18 камеры. Закуп, хранение, комплектация и доставка продуктов в детские учреждения – вот основные задачи комбината. Но самое главное из них – это составление централизованного меню для всех дошколят округа. То, что подберет Анна Голубченко, будет на столе у всех малышей. Вот, например, меню на 5 февраля. Завтрак будет суп молочный, какао, бутерброд с маслом и сыром. На второй завтрак бифилит. На обед икра кабачковая, суп гороховый, рыба запеченная в сметане, пюре картофельное, кисель из ягоды и хлеб. На полдник печенье и чай с сахаром. А на ужин печень тушеная, рис, чай, хлеб и яблоко. Родителям, чьи малыши посещают дошкольные учреждения, можно не беспокоиться за питание. Каждый работник комбината ручается за качество блюд в детском меню. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.